talk it over some other 3:26 today. За мной вторым будет выезжать Маус, за Маусом Евгений 74, за Евгением Фантом Рейсер, за Фантомом Серега 78, за Сергеем Хаттабыч. А может, я все же за Маусом? Пока так. За Хаттабычем Димасик и за Димасиком Денис ДСК. Хорошо. Кто успеет или по дороге будет присняться перед Денисом ДСК? Окей. Я за Сергеем 78. Я там тоже, Антошка, я еще есть, меня крошнуло. СНГ Транс, выезжайте. Ну, Кира, ты вообще даже за Денисом поедешь. Пожалуйста, по номерам, пожалуйста. Хорошо. Каким номерам? Ну, у нас внутренний порядок. У нас номера есть. Вот. Вот, выезжай. Глор, давай я с тобой. Тошка, с Макса ссылку дай. Глор, потом Самара, потом Глор. А Салатун? Первый должен. Ну, Салатун, я не помню номера. У меня 10 номер. Ну все, сейчас за нами. Димасик, а куда ты поехал? Развернулся сейчас. Давайте, там выезжайте. Серия. Здесь? Да. Сейчас выезд из базы налево. Я за тобой же? Да, по номерам, кто у тебя там? Ну я просто не вижу, кто есть, кого нету, может 8, 9 там есть. Потом на санатории еще. А где Евгений какой-то, не вижу. Вот так вот тот по мне, да? Макс! Евген, походу, АФК, да? Потом опять налево. Не, я куку. Сергей 78 рус, ты за... за кем он? За Фантомом я. Макс, я за тобой. Евген еще не выехал, 74 или как? Не, я за Маусом. Я там за Маусом стоял. Серега с ним отрезал. Тут два Евгена, это. Право. А, нас двое с тобой. Серёг. У нас уже двое был, я тоже. Короче, поехал, Фантом. Я не услышал ничего. Ну мы так. Серега 78 рус стоит. Ну я не вижу Евгенов никаких. Сзади тебя. Так следующий перекресток направо, налево, налево. Из компании. Выезжаем налево, налево, еще раз налево, Влад, потом погоди. Направо. Мешаю. Держим скорость 50. Отмост налево. Транс Империя, кто у вас последний выезжает? Максим 58. Максим 58, когда выйдешь из города, скажешь. Ну Кир, заезжаешь ты сначала или я? Да, я. Ну давай. Только ты дистанцию соблюдай. Окей. Заправка никому не нужна? Дальнобой, СНГ Транс, а ты этот, у тебя прицеп не видно или ты без него? Поезжай, вообще? Поезжай. По развязке прямо, да? Развязки прямо под мост наверх. Принято. Да, не повернули, блядь. А вот это 17.08, это наш?
Налево с этой, возле гаража, туда на развязку, правильно? Да. Сейчас, потом на развязке наверх, налево. Надо где-то на обочине остановиться, все застаться. Кажется, мы не за ними поехали. Ну хули народу столько. Жека, слышал? Я слышал, сейчас будет оплатка, там все мы остановимся, все припаркуемся и соберемся моментально и дальше поедем. Ты? На развязке куда? На... Под мост. Под мост налево, наверх. Дальше. Под... По правой стороне обгоняет только. Шаг. Заряжаем охватки. Для тех, кто не успел, следующий город – Цюрих. Угу. Верно, Жека, да? Сейчас скажу. Следующий не Цюрих даже, а... Мюнхен. Да, Мюнхен. Мы сейчас Мюнхен, едем, да? По второй по трассе, потом сворачиваем на узкую колейку, выезжаем. Бать колонну. 96-ю. Как долго скоро следующий? Мюнхен? Да, Мюнхен, рядом с Инсбургом, Салцбургом, надешево. Попробую вас там перехватить. Сейчас я приду. Тошка, ты куда? Там за тобой все не влезут. Так, если вы не помещаетесь... Заправка впереди. Вы все поместились или еще? Все поместились. Нет, все. Ну, я вижу... Дозер. Парни, после платки впереди заправка, трансфер до заправки подтягивайтесь, потому что вы там обычно после платки с ними сидите. Ребят, еще проезд. Замещаемся сзади. Это что я говорил. Просто на заправке не поместимся. Поместимся, заправка большая. Хорошо. Не, ну куда вот ты, а?
призрак, пожалуйста, иди со мной. В Петербурге, в Москве снег и стужа. Сумма, ты не туда поехал. С похмелья вся Соминка, площадь Сиюжной, и на пролетарке сушняк. Водочку пьем, водочку пьем, водочкой только. Ты мне? Водочку пьем, водочку пьем. Нет. Да, это тебе, в общем. Так сказал, Трансимперия едет на заправку. Я так понял, остальные стоять должны быть. Поехал за Евгеном, который тоже обгонял всех. Чё не так? И сколько здесь стоим? Ну, если все заправились, можно сфоткаться и можно поехать. Короче, минуты 3 точно, да? Уже все тут. Ну я, короче, пока весь быстро поражу, блядь. Нежданно и непрошенно дарила мне подарочки. Плохие и хорошие. Далек я от невинности. Не плакался, не жалился. Но если по взаимности. Так я всегда, пожалуйста, поцелуй меня, удача. А захочешь, обними. Ну, а нет, так не заплачу. Кого хочешь, выбери, поцелуй меня, удача. А захочешь, обними. Молодой, что ты делаешь? Ну, заправимся, поехал. Давай. Кого хочешь, выбери. За себя дает ответ. Молва потом проложит след. И где-то спрятан объектив. Расфото, если негатив. Чё там творишь, блядь? Я отношусь по-разному. К собратьям-то по-разуму. Бывало и поддашь кому. Но чаще по-хорошему. Поцелуй меня, удача. А захочешь, обними. Ну, а не так не заплачу. Кого хочешь, выбери. Ну, если чай, буду в Минске менять. Выезжай на узкую колейку. Ну, а не так не заплачу. Кого хочешь, выбери. А из Мюнхена там узкоколейка идет, которая разделяется на две части. Вот. Че, еще заправляется надо? Надо будет. Так, все заправились? Да. Так, надо еще сфоткаться и точно можно поехать. Да все хотят наоборот. Источник счастья сам народ. Поцелуй меня, удача. А захочешь, обними. Так, салон, давай, становись. А нет, так не заплачу. Будем выезжать. А 007 это НП той. А захочешь, обними. Ну, а не важно. Не должен. Макс, ты в канале, слышишь? Что? Да. Все, на данный момент замыкающим ты. Перед тобой Накир. Братья Накир тоже лагают. Так, мы будем выезжать. Так, а Волчара это... Лор, давай, я за тобой. Понятно, не в канале. А Кандейска? Я вроде за ним пришел. Его нет в канале. Кого нет? Что у тебя так пищит, Каспер? Волчал. Выезжаем? Да, выезжаем. Так, последний, кто выйдет из заправки, скажете, скорость 50.
Одесска в каноле? Ну все, я за тобой поеду. Что это за звук? У кого там что-то? Да, что-то жужжит такое, сигнал какой-то. Влад, 39-й, волчара за тобой? Да-да-да. Я понял. Я подлагиваю, Диман, аккуратней. Антошка, фантом же передо мной что-то. Давай. Все выехали из управления. Еще нет. Еще выезжаем только. А, понятно. Сколько ты там уже? Едет, это 40. Диман, там осторожно, я подлагиваю. Сори. Да ничего. Да не, просто Габрус же ж не наш, не хочу пропускать. Макс, ты выехал? Что спрошу? Пожалуйста, всех туда гоняли, спрашивайте скорость. Сори, сервер. Ну, чё, успел увернуться? Ну, может, скидка, если... Слева обгон. Ребят, 78-й. Все выехали, никого не осталось. На заправке. 58-й. Еще обгон идет куда-то.
еще два. Гад, еще один обгоняет. Я думал, что Макс не отвечает. Ну, Макс... Антоша, Макс последний выезжал, кажется. Понятно. Давно, давно уже все выехали, Жек. Выбирай там по чуть-чуть. Со мной сейчас разъявка будет. Блин, да-то ё-моё, что за... Пацаны! Что? Смотрите, неадекват какой-то, ё-моё. Ребят, куда там? Голландец обгоняет. Сразу кидать репорт на него, если подрезает, если таранит. Сразу репорт, пожалуйста. Ему там не было куда деваться. Там деньги не было. Человек растирает. Тут есть такой? 007 есть, да. Жека 007 Д. Жека не знаю, где он Жека, он не Жек, какой-то другой там. НПТО. Там еще другой есть на заправке к нам присоединился. Левый кто-то. Да что он вообще включит? Да, после туннеля идет развязка. Поворот направо, потом налево, на узкую дорогу. А какой первый поворот? Первый, второй? Единственный. Единственный здесь, единственная развязка. Едем 40, по компании выйдет из развязки, из кажется. Окей. Авария. Авария хвост тормозит. Сзади. Аккуратно по подбойник проходить. Человека развернуло. Так, а куда все уходит? Налево. На мосту налево. User disconnected from your channel. Жек, а сколько ты идешь? Я иду пока 30. Набирай, до 50 набирай смело. Хорошо, да не то. Поставил 50. Если встречка повысит. Встречки пока нету. Все повернули. Да я сомневаюсь, что все повернули, потому что за Хатабычем я одну фуру вижу отсюда. Ну я последний, я сейчас замыкаю из Хатабыча, все повернули. А перед тобой Денис на Кир едет? Нет, передо мной на Кир, Влад, Рейв и Волчара. Я за Хатабычем еду. Бедная голова. И сзади меня Манку с Долучи едет. Все, я не знаю, просто в конце не видел, что подъезжал. Намного больше фур было. Макс, по-моему, ехал сзади. На Рено. Что-то я его не вижу. Макс выкинуло, кикнуло.
Да. Здесь поворот, обратно. Все отлично, я всех спереди вижу. Ну как всех, почти всех. Макс, что там у тебя было? Не, он последний туда на мах. Вот это пейзаж тут, конечно, офигеть. А прикинь, свалиться вот так, куры. Крайне вряд ли можно, кстати, сотку ставить, потому что сотки сверху. Не надо уже стенал. Хорошо, видим. Блин. Как ты там без меня? Все скучаешь одна. А ведь я, как всегда, по делам допоздна. Все бегу и спешу. Волчару выкинула. Это не меня, не меня. Сколько ты шпрей? И печально заснешь. И заснешь, как всегда. Что за диманом идет 163? Я буду предупреждать, если тормозить буду. Аварийками. Заметим. Неадекватно обгоняют. Если неадекват, сразу рекорд. Пожалуйста, здесь повороты начинаются после туннеля. Аккуратно, не перевернись. По двоим сплошным вся фигня. Или это... Вася, это, наверное, с вашей компанией. Что-то мне так подсказывает. Это голова какая-то там была. Да. Не-не-не. Это фотка такая же, как у вас, а имя Вася. Да. Вот это мы потом будем разбираться. Че за балдиста? Вот фотку скажи. Цвет, ну, покраска тоже такая же, как у вас, по идее. У нас таких нету. Не, может. Уже это какой-то новенький. Да. Причем новеньким он сам себя сделал, да? Да. Может и был. Он что-то пишет, но у меня просто русской клавы нету, так что я не понимаю. Победитель. А если там кто-то есть, объясните, что он пишет. Все зачем? Так, опять повороты на низ будет. Еще раз, осторожно, сбавляйте скорость. Колесят по свету. Водилы, 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 дай вам Бог, дай вам Бог. Установился на обочине. Своими крылами. А он не то сопровождение, не то чего. Нажмите гудок, за тех, кто выслал дороги своими венками. Вот опять на дороге стекло, на асфальте кровь. Это значит опять не
вернется домой. Чей там батя? Чей-то муж, чей-то сын, чья-то жизнь осталась на трассе. Осталась на трассе. Водилы, 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 дай вам Бог. Пусть ангел закроет от бед своими крылами. О, вижу, там фугу внизу перекинул. Стоп, стоп, пацаны. Торможу. Пишите, а что я где. Варя, в реку. Все, разруби. Да, да, дорогой. Саладун, ты где появился? Сейчас гляну, вооружусь. Юрич. Маршрут помнишь? По 96, потом до Мюнхена, да? Да, по Мюнхену мы будем только по узкой дороге. А, нет, мы на широкую выезжаем. По Мюнхену примерно будем ехать. Можешь с нас как раз будет водить, как раз. Выезжаю из Чирика. Мужики, кто напомнит, ретарды на какой кнопке наш достаются? На клавиатуре. ЕЖ. ЕЖ. Так, это помню. Срочно встречки две, вот. Не выезжайте на полосу. Принял. В свете фар освещали мне путь домой. Ярче солнце. Встречка, осторожно. Две встречи. Пусть ангел закроет от бед своими крылами. Водилы, шоферы, братишки, нажмите гудок. Это Митко участок. Кто выслал дороги своими венками. Едем 60 км в час. Я 8. Привет. Давно со счета сбился. После туннеля начинаются опять повороты. Машина, дом родной. Кафе на трассе знают, это он. Один из тех, кто крутит землю колесом. Наркотик трасса, это на всю жизнь. Жека. И даже возраст. Да. Скоро остановка. В роты. Мотор поет. Остановка не скоро. Держись. Дорога стонет, тем дома далеко. Если срочно, ты не обойдешь. Да, если догонишь потом. У нас будет передышка 10 минут рядом с Мюнхеном. Чуть дальше. Кстати, срочно вставай, сейчас нам хочется. Всё. Веселая дорога, сидите. Ну, мы все прошли, по крайней говоря. Катюха, девочка с фигурою модели. Пусть много нас, какая ерунда. Сегодня мы с тобой в одной посреди. Еще раз говорю, пожалуйста, снижайте скорость. Повторите, у человека положено. Где снег и лед добавят силы. Ну ладно. Ты че, когда на косилку себя остановил на бампер? Да, есть такое. Я вам тоже. Или перекинуться, или газу на косилку. А, это здесь дракон, еще помню. Водилы вспомнил
Едем 65, даже 70. Вы на А4 выехали, нет? Нет, мы еще полосу едем. Сотни незнакомых нам друзей. Мы пили водку, как сегодня, только вместе. Мы в Новороссии капиталили движки. И наши души в унисон стонали песни. Играл маяк, и не было тоски. А утром снова на дорогу, снова трасса, где снег и лед добавят седины. Только скорость и еще мужское братство, с годами позабытое, увы. Снижаю скорость. Что-то ты как-то ее поднимаешь на такие, а потом спускаешь снова на 5. Давай, Жасар, обгоняй. Жек. Да, я смотрю по табу, никто не появляется, здесь только двое. Жека. Да. Может, лишние уйдут? А то... Гутарицы. Кто у нас лишний? Я не вижу, что в принципе говорится. Ну вот, сейчас кто-то на Польшу едет. И вот. Может, ребята перейдут на другой канал? А, поворот направо. Вот. Слева чисто. Чего? Как он может? Вот тут проезжай, что ты стал? Моисей. Солодун, вставай на свое место. Вот. Пока встречек нету, можешь вставать на свое место. Да, я сейчас подожду, на трассу выйдем там. Лево. Солодун, обгоняй. Давайте на трассе, потому что развязка прямо, потом налево. Постой, отдохни, да поведай о том, как нынче дороги, да откуда, куда. Сыночь мой дождь, туда-сюда. Дороги, поящие дали. Ночной серпантин, магистрали, дороги, мужская работа, дороги, мечта идиота. Мой достогинг на печке лежит, ноги все колесит, лет 50 в этом дальнем бою. Ну, думаешь, обгонять, вставать на свое место. Брата из рейса никак не дождусь. Уехал однажды, мол, скоро вернусь. Вот уж два года едет домой старый КамАЗ, а я ведь живу. Вопрос такой интересный, почему ваш айтишник слишком большой? Айтишник или пинг? Нет, айтишник. 21.32. Зашел, видимо, поздно. Ну, как бы народ на 2000 с чем-то... На 20 тысяч. Он сам едет 21.38. Вот мне интересно, у меня айтишник 2134 с учетом лимита сервера 2000. Так, трансфере, вы нас догнали или нет? Сейчас будем границу проходить. Так, ну я думаю, буду опять снижать скорость, потому что мы пропали у нас в таге. Дима, ты не там выезжаешь, ты 63-й. Надо было параллельно движение выезжать. Набрать скорость за...
кто-то сказал, что мы через Юрчи. Все повернули. А мы вообще через Мюнхен нужно приехать? Вроде все. Мюнхен. Так я же говорю, все повернули. Примерно через Мюнхен, но мы не будем заезжать, мы выезжаем на тонкую трассу, там сразу заправка начинается, вот. Обращайте на это внимание. Скоро эта развязка будет, вот. Там за быстрой рекой. Внимание, домашний обгон. Что течет по судьбе? Свое сердце на век. Димон, поворотники пиздуки. Свое сердце на век. Я оставил тебе. Внимание, обгон пошел. Неадекват. Принято. Принял. Причем свои. Красный кип. На маке? На маке? Ну вот да. Это 163. Но на маке? Ник, да, Ник, да, скажите. Да. Ник, скажите, пожалуйста. Рука болит. Рука болит, не болит, ребят. Ну, хоть как-нибудь дайте знать, что обгон пошел. Я сказал, домашний обгон. Да, сказали домашний обгон. У нас получается такие правила. У нас домашний обгон говорят, получается. Такой я первый, такой я первый раз слышу. Я уже в зеркало увидел, как его начало бросать по всей дороге. Ну, все страшно. Не, ну тут-то страшно есть. Здорово, парни. Здорово. Не пришла ты днем, так нахуя ты ночью, а? Жека, ты лагаешь или останавливаешься? А, у меня педалями проблема. Меня сбрасывает, как бы есть сам тормозит. А так держим 60 скорости. Я тогда дистанцию побольше беру и ставлю 60. Ну то, в каком городе вас поймать? С Мюнхена. Угу. Смотри на эту второстепенку, которая идет этот. Право отсюда то по карте. Угу. От Мюнхена в сторону Штутгарта, так? А, в сторону Кассела. Вот. Мы будем ехать по тоненькой дороге и выйдем на Кассел. Как я помню. Че, лорд, сейчас нормально еду, нет? А вы сейчас где? Почему вы так сильно растянулись? Вы сейчас где? Дистанцию делаем. Так кто спрашивает? Да я сам не понял, кто это. Дед Мороз, это ты? Вроде бы только лето началось, а уже Деды Морозы и Снегурочки вам снятся. Пацаны, вы чё? Расскажи, Снегурочка, где была? И как мой знакомый говорит,
на фразу, почему ты такой смешной? Партия хорошая попалась. Я вам еще больше расскажу. Меня ником видите, Снегур Максим. Так, скоро развязочка будет. Вот. И скоро остановочка будет. Вот, самое главное. Я извиняюсь, так, такой офф-топик маленький, Хатапыч. Короче, чего? Можешь меня поздравить. Димон уже знает, как бы. Я? Нет, Димон, то есть Дима Старик. А. Блин, да я тебя вспомнить не могу. Да ну его нафиг. На развязке направо, потом направо на улицу. Помнишь, такой неадекватный ездил, везде, блин, везде переворачивался, везде... Донбасс, что ли? А? Да нет, Никит, помни, та история. Эта история была после... до Донбасса. Донбасс еще выйдет с них. После развязки и направо поворачиваем налево. Принято, Жека. Болтовни, пожалуйста. Хорошо. Извините, но мы... Развилка направо. Да, на развилке направо, потом после развилки налево. Мы просто... Эта компания ребята... никогда не болтает. В конвоере. А осторожно, встречка едет. Еще раз осторожно. Русский. Принял. А, на обочине кто-то стоит. Да, осторожно, на обочине. Ребят, на втором сервере. Что, ребят, на втором сервере. Что? Ну, ударит больно сильно. Так, ребят, еще раз пояснить, в каком городе вас планы перехватить? Мы вообще-то проехали в Мюнхен. Угу. Антош, да, объясни ему, как доехать до этого проекта. Дрейк, смотри, от Мюнхена в сторону Штутгарта идет этот, второстепенка. Ты плоская, что ли, что-то? Да. Вот, то есть она не на Штутгарт сам идет, а по карте справа от него. От Мюнхена визуально идет на Штутгарт, но не через город. На Мюнхен? Вот как на Франкфурт подниматься, вот, если коллега, понял? Угу. Вот, мы по ней сейчас пойдем, вот от Мюнхена начинаем подниматься, заправку сейчас будем проходить. Заправка, которая по коллеге вот эта. Понял, да? Подниматься? Вы уже, если получается, если вы уже, уже забрав скоро будет, вы уже это под на третьей трассе находитесь. Вроде нормально. Тут 22-я, если не ошибаюсь, трасса над Мюнхеном проходит. Там, где съезды с города. Все повернули. Сейчас на трассу буду проходить и ну, заправку. Вверх по карте двигаемся. Конечная точка Дортмунд. А где остановка будет? Ребят, вас спросили, где остановка будет. Остановка скоро будет. Ремонт дороги, зеленый свет, встречки нет. А где она будет? Здесь расходится дорога на узкую дорогу тоже. Мы там будем останавливаться на 10 минут. Покурить успею. Ну, я думаю, 10 минут вам дается. А я вас потерял. Мы едем 50 км в час. Догоняйте, пожалуйста. По какой дороге? Асфальт. Отлично. Так, поворот направо. Вы уже что, вверх проехали? Максим, мы проехали.
Давай разборка там. Ну, получается, на узкую коллегу не съехали? Да, мы на узкую. Поздно коллегу. Я на красный поехал. Сразу говорю, на красный не обращайте внимания, если нет встречки, пожалуйста, выезжайте и догоняйте колонну. Завис, завис. Я промолчу лучше. Пиздец. А здесь будет развязка направо, пожалуйста. По перемен дороги. Обычно, когда конвой идет, он на красный не останавливается. Сейчас сколько мы едем лучше. Где вы будете останавливаться, ребят? Ну, если ты повернул направо, на такую дорогу тоже. Сейчас объясни. Ну, сейчас встанешь. Вообще-то, должен диспетчер это говорить, где мы должны встать. Сейчас мне надо придется думать. И не застрять, и стать нормальным, и админ не жаловался. Так, Солодун, скидывай потихоньку скорость. И все, у меня было, скидывайте скорость, мы встаем. Пожалуйста, не застряньте. Че, встаем, что ли? Да, Антон, там мы встаем. Самара, я сказал, скидывайте, пожалуйста, скорость. До карьеры мы проехали. Чуть продвинься еще. Все можно было на заправке встать. Маленькая заправка, это я знаю. Дальше. Я так и не понял, вы где остановились? Что-то а где-то как я его видел? Я еще не ТП-шнулся к вам. Я еще в околоплане. Ну, смотри. Надпись «Штудар». Смотришь по карте. Справа от «Штудара»-то есть подвиньте, степенька. Подвиньте, вперед! Проедь, да, чуть вперед. Вперед. Да вот-вот здесь. Вот-вот. Медь. Самара, отгоняй его. Пусть сзади там залазит. Нормально? Застрял фантом, как. Ну, отцепи прицеп, отпихни. Но я вижу, что Штутгарт. Справа от надписи Штутгарт. От города есть четвертая степенька. Да не можно отцепи, Серега, отцепи прицеп и да хотя бы не дай объяснить уже Антошке. Жека, чуть-чуть вперед давай. Чего, мол? Перебивать, говорю, хватит. А время 57, отправление 6.05. Даже 0.10. 6.010 отправление. Пожалуйста, пишите в чат, мне вас не пишут. Лар, ты что там, не выбираешь? Антоха. Да. Ну продолжай дальше. Андрей, тебе реально легче по онлайн-карте посмотреть? Не работает онлайн-карта, не прогружает XML. Пойду курить. Вроде от Манхейма узкоколейка вверх по диагонали влево. Как я понял. То Мюнхен, то Манхейм. По карте маршрута прям на... Восток от Штутгарта, там а идет разъединение узкоколейки на две. И вот мы там посередине.
Франкфурта поднялись? Нет еще. Так вот только там разделяются две узкоколейки. Ага, да, доброго утра. Где это, блин? А вот по верхней колейке? По вороток? Вы до перекрестка еще там не доехали, там где рядом с перекрестком находится еще и заправка. Нет еще. Окей. Вы на каком сервере? Второй? Первый? Первый. Конечно, первый. Я что-то слышал второй, еще слышал второй там. Второй. Сзади вас стоит Вася. Угу. Это, как я понял, это призрак. Угу. Это наш. Ну у него там картинка машина, как я понял. Какой король от комнаты, там демонстрирует, кто-то бросит. Кто? Димасик. Димасик? 29. Вчерашний, короче. Солдон, я не торможу. Подвисаю. Антош, вы выехали? Антош. Начинаю выезжать. Тимасик, выключи подписку. Предупреждай. Антон, мы едем 50. У меня что пути перекрытые. Взял, не глядя, груз, и, оказывается, его взял в Дортмунд. Не взял. Дракон, аккуратней. Да, я вижу, вижу. На перекрестке направо. Ни хрена ты даешь. Лок, что с тобой? Нам не отойти надо. Санчеза на тебя нет. Чё там, Серёг? Наверное, ничего. На перекрестке направо. Держу скорость 40. 45, да. Набираю скорость 60.
сколько жить осталось, знает Бог. Сколько ни живи, оно все мало. Скользкая дорожка и замок. А как выйдешь, начинай сначала. Где моя любовь? Давно уж нет. Где мои друзья? Кому я нужен? И не нужен мне ничей совет. На перекрестке прямо. Потому что сам себе не нужен. Березы, клёны, тополя. Вы не мажете листвой своей зелёною, а меня опять уносят поезда туда, где сосны задевают небо тёмное. Не обращай внимания. Отвлекли, я не то подумал. Проснулся? Нет, я не ложил. Обалдеть. Ты на старый? Да, да. Вы уже тронулись? Мы как сейчас едем. Тогда удачи. Вы не машете листвой своей зеленою, а меня опять уносят поезда. Туда, где сосны задевают небо темное. Эх, березы, клены, тополя. Вы не машете листвой своей зеленою, а меня опять уносят поезда. Прикольно придумано, блин. Заправки нигде нет. Небо темное, туда, где сосны задевают небо темное. Туда, где сосны задевают небо темное. Страшно повороты, горка вверх. Простых таксистов.
На перекрестке прямо. И догоняйте. Полетел ошибка. Холодон. Осторожно. Если дальше, я сейчас догоняю. Холодон. Сейчас он на думе остановится. Встречка идет. Хорошо, короче, едешь первый, 40 км в час. Когда все проедете заправку, скажите, пожалуйста. Я на заправку. Жека, встречка. Ты сейчас свою игру перезапускать будешь, да? Да, и я говорю... Маус, тормозите, все, кто сзади, тормозите, транспирал. Да не, проезжайте всю заправку, проезжайте. Я примерно где заправка вылетела. Пожалуйста, проедьте всю заправку, я перезайду и догоню вас. Солдун, держи примерно 50-60 км/ч. Ты когда этот первый раз загрузку пройдешь, он в профиль войдешь. Там можно по карте посмотреть, где тебя загрузят. Прежде чем ты на дороге появишься. Я в ГТС-ке первый раз. Ну, просто это, будешь знать, где загрузить, предупредишь. Сначала, когда ты нажимаешь, выбираешь профиль и загружаешь, появляется меню. И перед тем, как уже пуск нажимаешь, посмотришь по карте. Я по сохранению сработал. Угу. А на карте смотрите, которая онлайн карта, да? Не, в меню игры. А, смотри, ты, получается, запускаешь игру. Нет. Запускаешь игру. А, вот, ты сейчас не обгонишь, что ты не поворот. Да, осторожно, по повороту будет дальше. Жека, на следующем повороте я не знаю куда. Остановим. Будет такой... Прямо. Прямо. А потом такой, как бы, поворот будет, потом направо съезжаете на 4-ю трассу, потом на 7-ю съезжаете, а потом на катер. Я так далеко. Сейчас я захожу. То есть Франкфурт так и проезжать выше по узкой колейке? Сейчас я схожу, объясню. После прямо, заправки там проходи. Прямо, а потом будет там развязка. Развязка направо, выезжаем на 4-ю трассу, направо. Потом опять на развязке направо, на 7-ю трассу. Потом опять направо под мост, как я помню, или наверх, или под мост, через катер. Будем проезжать его. Может, нам остановиться, только тебя подождем. Солодюр, ты ж первый, да, сейчас? Да, я не знаю. Вот прямо едь сейчас. Сейчас прямо на перекрестке, который будет, ты проезжаешь прямо. Ага, и что? Дальше идешь до тупика. После тупика идешь прямо. А когда будет тупик, подъем на трассу, тебе направо. Чисто. Привет. Так, ну я еду. Черное шумит прибоем, пенится шампанского бокал. Как я рад, что я приехал к морю. Красивей волны я не видал. Так, встречек нету, да? Нет, встречек нету. Прибоем, пенится шампанского бокал. Как я рад, что я приехал. Приезжай заправку. Красивей волны. Не видал.
пока на первой развязке вообще прямо будет сейчас попасть. А потом на развязке там поворот будет. Вы с перекрестки проходим прямо, на развязке направо. Да. Мы просто по узкой дороге сегодня, можно сказать, едем. Я и люблю узкие дороги, и вот так я составляю маршрут. Осторожно, иду на обгон. Принял. Димасик, ты куда поворачивал на перекрёстке? Прямо. Везде прямо. Дима, 163, ты не стесняйся скорость набирать. Чё? Чё, я пропускал кто-то. Я вас буду догонять, сразу догонять, хорошо? По дорогам жизни. Домашний обгон. Если услышите, что буду его понять. Да, и говорите, там встречи нету, нету. Я вот сразу на развязке. Ой, прекрасно проезжаю. Алло, встречи пока нет. Жизнь петляет, как дорога. Сел, за руль держись. Век сидеть в своей берлоге, что это за жизнь? До рассвета и до заката. Да, что... Домашний обгон. А встречки? Я дом. Нет, встречек нету. Призрак, а как ты есть? А как ты есть, призрак? Да он не в канале. Он на канале. Что-то не видно, как ты руками делаешь. У меня руками и то лучше получается. Трассовые волки, профи шофера. Не гляни свои. А он на голове? Так, мужики, вы по какой дороге сейчас идете? По узкой колейке. Подходим к четвертой дороге. Блин, призрак! Или в пятый она там. Мы выезжаем на четвертую, потом поворачиваем на седьмую. По лунтум может снижать скорость где-то, но... Какая скорость была? 40 было. А чё ты 40 борзый, я понятно. Так а всё-таки в канале, да? Наоборот, тебя пропустило, то спереди него нога, поэтому он не может ничего сделать. Ну, приходит стоп, вот нет. Так, видим 70. Догоняйте. Чита через пару минут заканчивается, по-моему, и так, сказать. Утром ранним сердцем тронет грусть. Обними меня, родная, да за все прости. На прощание пожелай мне доброго пути. Обними меня, родная, да за все прости. На прощание пожелай мне доброго пути. На прощание пожелай мне доброго пути. Приехал старый друг и привез ни подарки, ни букет алых роз. Память юности и запах весны, что не каждому видны и слышны. Как давно мы не сидели вот так, всю работу, все дела, все никак. А сегодня все пошлем, всех простим. Ребят, только раздупился, а где хатабыч потерялся? Хаттабыч едет в самом конце.
Вы уже повернули на седьмую? А. Нет, а еще подходим только к четвертой трассе. Пусть за окнами бушует метель. В доме нашем зимний стужа на зло. Будет радостно и будет тепло. Будет радостно от встречи друзей. А чё, чё-то с ником не нравится, не? Твоей. От приветов, что принес старый друг. Нет. От песен, что припомнятся вдруг. Маус, Евгений и все остальные, когда начнутся спуск, тормозить. Скажи, сколько зим, на многое иначе глядим. С удачем о делах прошлых лет и помянем тех, кого с нами нет. По одной налью, какой затяжный вкус. И добавим я тебе, а ты мне. Песни будем петь до самой зари. Ты родная нас зато не кори. А на утро все своим чередом. Следующая развязка направо. И дом. Разойдемся, чтоб продолжить свой путь. Может, встретимся еще как-нибудь. Бог даст, встретимся еще, посидим. Поболтаем, погрустим, почудим. Жаль, что время очень быстро летит. Лорд, ты здесь? Про поезд, и да, я пришел. Народ, конечно, на секлаке. Одно место осталось. Обычно тебя не пустят. Сейчас кого-нибудь выкинут. Кого всех слава пустили. Кто на обочине? ДСК. И подругу прости. Стою я опять у порога. Слез напрасно не трать, из добра отпусти. Ведь зовет меня снова. Не обгона, просто стоит спокойный человек. Напоите коня. Да нет, там идет обгон. Он обгоняет стоя. Обгон. Так, ну-ка, по какой трассе? А седьмой будем сворачивать на трассе. Барни, танцы первого тех, кто в нашей колонии. Сразу как на трассу поднялись, а первый съезд направо не пропустите. Я где-то 50-й, конечно. Давай. Disconnected from your channel. Ребята, неадекватный обгон. Принято. Принято. Если кого-то заденет, сразу же то моментально. Нет, он не задел, но... Ну я говорю, если кого-то заденет, репорт. Надо выгонять таких людей. Дай-ка, как это там ник идет? А, так это Димасик. Димасик, давайте на обгон. Распасал, есть и мучаюсь, блин, с нахером. Завали. Вот ты дал. Вот это педаль в пол, а? Так, после туннеля идет развязка под мост. Ты прости мост налево. Ну, справа, потом налево. Мимо Кайсела будем проезжать, если кто хочет, можете подчиниться по-быстрому. Если рядом кто-то будет. Обгон голова. Вас до последнего дня. Что ж, простите меня и прощайте. Эх ты, доля моя,
сердце опять растревожило, дом напомнила мать и отца. Что ж ты сердце опять растревожило, дом напомнила мать и отца. Держим скорость 60. Все развязано. Стоять всем, блядь! Что такое? Да я завис. Алёхе до звонка. А вы что, сзади меня тоже едут, да я им мору. Короче, кто же был завис? Слишком много народа я вижу. Все лагают. Такое время года. Я всегда лагаю. Настоял снег и солнышко встречай. Браком съезд направо. Ну да, подмос, уезжаем в качел. Кто хочет? Music disconnected from your channel. Алёха на ногах стоял по жизни прочь. Это так, прошедшая весна. Но год за год окончен срок, придет пора, звенит звонок, вживаться в мир. Конечно, едем прямо под сон. Своё другие не отдавай. Чужих на свое место. Сейчас я помню, гаража там идет. Поворот на лево. Диматик, Маусов опустишь сейчас. Диматик налево, я так понял. Сказала я к другому ухожу. Алёха парень был характером конкретно, и в ту же ночь побег до дому когти рвать. Чужого он не брал, но и свое, конечно, любым козлом не разрешал хватать. А эмоциях-то да. А год за год окончен срок, придет пора, звенит звонок, вживаться в мир. О, стул вообще прикольный. Ну, понял, парня слева, прикрылся классно. Да просто прямо ехал этим парнишка на ногах, на светофоре еще и поворачивает просто. Ступал с тем бороться. Держим скорость 50, и у меня педаль тормоза сломалась конкретно, пружинка выглядит башка, я могу резать тормозить. Прикольно так на красный, блин, а чё, на красный пофиг? Ну, стоят ребята встали. Пофиг, ещё раз пофиг, на того я всегда красный, это по барабану. Только смотрите, там торнаны не выехали вам. Это не понятие какое-то. Ну вот вон двое стоят, всё поехали. Чуваки, меня сейчас слышно, алло? Да, слышно. Блин, что это с микрофоном-то задолбался уже делать? Там еще есть народ сзади. Да, Рус такая есть. Да. Если живой такой город, да? Не знаю, я никого больше не вижу за это себе. Драгон, давай, как? Давай. Да что, давай, а что, это? Да. Сейчас уезжаем, вот. Да, гараж туда ехали, все поворачивают. Гаража, вот здесь гараж налево. Текут мои червонцы, как вода. Сегодня я иду гулять таксистом, мне с ними братцы. Блин, Драгон, ее только что чуть не поломал. Ого. Чувак нам вольвит. Это вообще жесть. Мы прямо едем, да? Ну да, до конца прямо. Прямо, например. Мы практически доехали. Вот заезжаем в карьер, припарковываемся и сфоткаемся, и все. А, мы в карьере подпишите все? Да, ну и фото делаем. А как там вы прошел нормально, пока не горел. А, похуй, да. Кого-то штрафанули, хорошо. Перед Рустыка не стал на красной пролетать. Так что у нас есть некоторые народ, которые любят видео записывать и упал на правильный.
Что? На Зайца приехал на красный свет и бан на неделю, да? Бан на 2 дня. Почти. Любой идет, бан не должен давать. Да, по крайней мере, потому что это тормозит конвой, это неудобно стоять. Не знаю, но они разбираться не будут. Сколько у нас конвоя было, все понятно. Вот, мы его тоже так вот забанили на 2 дня. Он тупо не успел тормозиться, выехал на красный, говорит. Поэтому он в конвой шел тоже. Там сбор какая-то была. Вау, тормоняю, осторожно. Так, мы подъезжаем к карьеру направо. Тоши. А, 25-17, да? Диман, 163, обгоняю. Стою на место. Вам идет встречка, вам идет встречка, еще раз встречка. Принято, успел. Эй, вот кто нас не давай, не дай ему опыт. Встречка идет. Волчара, вот это вот наш? Угу. Облак. Да, да, он с нами шел. Так, это бред. Что такое? Пошел на обгон без предупреждения, без нифига. Так он и не в канале, насколько я знаю. Он здесь не сидит, он не в канале. Блин, на пятой передаче сотни их, да? Да, каким образом? Ну, вот, вот таким. Что за машина? Посчитай, если вторая первая, четвертая вторая, шестая третья. Как ты думаешь? На китайском 27-й он использует синквентальное с делителем или как оно там называется? Нет, просто синквентальное. Ага. У меня делитель. Делитель это сцепление. Да, я знаю. Там на кассе еще путь кому-то стоит бешеный. Езжаем в карьер, паркуемся еще раз, говорю, и фоткаемся, и все, разбегаемся. Осторожно, вам едет грузовичок ЗАГ. А, вот почему она нифига не тянет. Я вижу, что 22 тонны. Солодон, там дальше. А что за тягач? Да. Чего же? На нижнем слою, так сказать, на нижнем карьере мы там паркуемся. Я вижу, за тобой еду. Твою ж дивизию. Чё он тебя не полюбил? Да не, фантома лагануло, я лагануло? Да я только что ехал нормально. Да нет, у меня лагануло. Когда проезжала встречка перед тобой, тебя немного залагало. Не, я увидел, что ты там что-то врезался, я думал, ты с ним врезался. Не-не, я вот как раз тебя поцеловал. О-о-о, вы свои там эти штучки, я не знаю. Люди все-таки в канале находятся. Левые как. Я думал, мы здесь все поместим. Этот левый совсем, он на встречу там не шел. А я торможу коробкой. Но он не ожидал, что я резко останавливаюсь. Дима, слушай, ты не поехал. Что за тема? Там все помещается. Ну, что с тобой?
Не мать не будь. Я что-то мучить. Ага, что он готов. Он уже даже припарковал. Да, 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 я готов. Припаркуйте нормально. Мы уже приехали. Да, ну, ой, дорог мы уже. Да, да. Хен, давай, наверное, тогда с тобой встретимся в Макхеме. А там Макхеме кому-то другой начнем делать. Вот. Вот, ты тоже туда идешь? Ну, если успею. Антон, а как же Украина? Что? А как же наша сборная? Ну вы вот, ребята, вообще шикарно, вот так паркуйтесь, блин, а двоих выгнали и сами стали. Ни места, ни себе, никому. Давайте, давайте, давайте. Надо и фотку стоять, а потом еще. На Кир будешь смотреть? Кто-то не увлекался. Я так хочу поучаствовать и не посмотреть. Кто будет смотреть Люксембург Украина? Я. А сколько он будет? По португальскому времени 18:00. То есть отними 2 часа, по украинскому времени будет в 4. Ну вот, 4 часа по-моему. Не-не-не, по московскому в 3 уже. Не, стой. Сейчас, блин. Сейчас. Не, сейчас. То есть какой по украинскому времени в 20:00? Не, в 20:00. А, 8:00. Не по московскому, по-моему. Не, по московскому 21:00. А. По Москве 21:00. Украина не перевела время? У нас одинаковое время с Москвой. Я тоже одинаковое. Не накручивайте себя. Ну да. Ну все, прощай. Я не понял, а как тогда у меня с Россией... Ну, то есть я в Португалии живу. У меня с Россией разница 3 часа, а с Украиной разница 2 часа. А такое бывает. У меня то же самое с... Россия большая. Не забывай, что в России есть 3 вида часовых пояса. С Москвой. Да, входит. 3 часа раз. Все, ладно, я сфоткал всех. Да бог, насрать. Сфоткались или нет? Все, спасибо за комбой. Вот. Может еще с вами покатаемся. Все, до свидания. Пока. Да, до свидания. Все, пока. Пока. Окей, давай.